В Днепре теперь поймать преступников миссия практически невыполнимая. Патрульные вынуждены игнорировать вызовы горожан. Нет бензина, иногда даже заправляют приусы за свои кровные. В чем причина, разбиралась Елена Миндалюк. Это видео патрульные сняли накануне вечером. Преследовали грабителя по ориентировке. Но вдруг машина заглохла, закончился бензин. Приус заправляют из обыкновенной пластиковой баклажки. Это мы взяли на 100, там получилось 3,5. Ну, получается, сколько? 2 себе, 2, получилось и 1,5 вам. Ну, как раз до базы доедем. Вот со стороны, пожалуйста. Я тебя прошу очень. Вот, или сними видео. Видео снимается. Снимается, да? Вот реформа, ребят. То, что в патрульной полиции Днепра топливный кризис, и в полицейском последний месяц вдвое сократили выдачу бензина с 10 до 5 литров на дежурство, подтверждает активист Виталий Санжаков. Ему об этом рассказал один из копов на условиях полной анонимности. Порой бензина очень сильно не хватает. Ну, приходится как-то выкручиваться. На вызовы не едем, так и говорим. Нету бензина, к сожалению, поехать не можем. Руководство, само собой, сокращает автомобили, чтобы залить хотя бы по этих 5 литров в автомобиль, который будет выезжать на район. Из-за нехватки бензина на патрулирование выезжает всего 30 машин вместо 100, и это на город-миллионник. В начале смены полицейским выдают талоны, один на несколько машин, заправляются по очереди. Либо 10 литров на 2 машины, либо 20 литров они разбивают на 4 машины. 5 литров – это 70 км пробега максимум. То есть на данный момент патрульная полиция стоит на месте. Съемочная группа подробностей застала несколько приусов на одной из заправок. Сюда они заехали как раз перед выездом на смену. Увидев камеру, полицейские не спешат заправляться. Говорить о нехватке бензина не стали. Без комментариев. Есть пресс-служба патрульной полиции в городе Днепропетровске. Вы можете уточнить любую вас интересующую информацию. Они вообще у нас появились где-то неделю, может чуть больше. До этого их не было. Ну и талонами, да? Ну да. По 5. Приезжают один талон и 2 машины. Правильно? Пресс-службы городского управления полиции за комментариями отправили в столицу. Департамент патрульной полиции места Киев. Пусть они прокомментируют. С бензинами, правда, проблемы, говорит Денис Баранец, эксперт Прозора. Он изучил данные по закупкам топлива за последние месяцы. Областной главк нацполиции на весь автопарк полиции и патрульных покупает около 8 тысяч литров бензина. Объемы, как и суммы, мизерные. В сентябре 200 тысяч, в октябре 100 тысяч, в ноябре 200 тысяч. Ну, похоже, как на сухом пайке держат фактически патрульных. Патрульным обещали, проблему решат до конца ноября. Теперь новые сроки – до конца года. Когда изменится ситуация, непонятно. На сайте госзакупок уже второй месяц висит объявление о тендере на покупку топлива более чем на 5,5 миллионов гривен. Правда, пока желающих продать полицейским бензин нет. Елена Мендрюк, Евгений Годнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр.